Целительные силы, том 4. Создание собственной системы оздоровления. Четвертый том из серии Целительные силы является заключительным и посвящен созданию собственной системы оздоровления. В этой книге затронуты ранее неописанные мной вопросы духовного оздоровления личности, что в целом сделало четырехтомник законченным трудом. Разобраны различные ошибки и трудности возникающие в процессе самооздоровления, приводятся конкретные примеры из практики. Книга предназначена для широкого круга читателей. Обновлено по варианту 1995 года. Оглавление. Предисловие. Я очень рад, что мои книги дают ощутимую пользу людям и завоевывают все большую и большую популярность. Об этом свидетельствует и все возрастающий поток писем в мой адрес. Так на август 1994 года было получено

Писем за сентябрь 332 и октябрь 460. Какие выводы можно сделать из ваших писем? Первое – это то, что книги содержат жизненно важную информацию по организма и не имеют в себе аналогов в мировой практике. Город Перовальск приобрела ваш трехтомник. Это то, о чем я мечтала и хотела достать. Ваши книги много открывают и поясняют. Я считаю, что это просто дар Божий. Конечно, их невозможно познать за месяц в совершенстве, но они у меня стали настольными книгами. Я применяла голод и урину. Результаты чудесные. Город Вельск. Ваши книги – это один из ключиков к самопознанию и самосовершенствованию души и тела. В своих книгах вы даете понимание того, что человек не один, а он взаимосвязан со всем живым. Солнце лечит, вода лечит, воздух лечит. Город Павлодар. Ваши целительные силы бесценный подарок для всей нашей страны. Только с помощью Отца Небесного можно создать то, что создали и переработали вы. Начало ваших книг для всех людей, а продолжение только для тех, в ком... Искра Божия. Город Днепропетровск. Поверьте, еще ни одна книга не была так мной воспринята, как ваш труд целительные силы. Сначала это безграничное удивление, а затем благодарность, поклонение, если так можно выразиться. В ней все продумано и растолковано до мельчайших подробностей. Сколько раз я замечала те или иные реакции организма на съеденную пищу. Ну что, в каком количестве, когда и как эти вопросы вопросы оставались без ответа. Ваша книга чудо, и я благодарна Богу, судьбе, случаю, что она попала мне в руки. Каждый день я как молитву читала, вдумывалась, запоминала ее, давала своим друзьям, агитировала где могла. Город Днепродзержинск. Мне трудно найти слова огромнейшей благодарности за ваши книги. Рекомендации по оздоровлению организма. Благодаря вашим рекомендациям мне удалось избежать многих болячек. Н. Спасибо, что вы издали такой ценный материал. Я, к сожалению, слишком поздно узнала о ваших работах. Причем, как часто бывает, познакомился случайно. А может и не случайно, как знать. В соседнем доме с большими энтузиастами вашего метода. Те источники, которыми я пользовался ранее, не дали пока эффекта. А вот мои новые знакомые, причем очистку они проводят все от мала до велика, чтобы бывает крайне редко в больших семьях, имеют прекрасные результаты. Город Кривой Рог случайно взяла у своих знакомых вашу книгу «Целительные силы». Начала совсем по-другому питаться, провела очистки кишечника и печени. Становлюсь другим человеком. Город Лисаковск. Очень много наслышано о вашей методике очистки организма и лечении уринотерапии. Приходилось беседовать с людьми, которые лечатся, следуя вашим рекомендациям. Эффект поразительный, просто фантастика, уму непостижимо. Люди, которые практически каждый месяц проводили в стационарах поликлиники, забыли дорогу в больницу, хорошо себя чувствуют, оживают прямо на глазах. У них появился интерес к жизни улучшилось физическое и душевное состояние. Внешне молодеют. Город Донецк. Пользуюсь вашими рекомендациями по очистке разных органов организма, советами по режиму питания. Был гастрит, постоянное расстройство желудка, боли, то в одном, то в другом месте. И вы знаете, самочувствие резко улучшилось. Спасибо вам. ЛН. Читаем всей семьей и с удовольствием используем ваши рекомендации данные в книгах целительной силы. Используем уринотерапию в гинекологии, в косметике, при высокой температуре и так далее. Город Киев. Геннадий Петрович, вы первый, кто взялся и воплотил в жизнь создание цельной системы оздоровления человека, обоснованной последними достижениями науки. Город Краснодар. Месяца два назад я купил ксерокопию вашей книги «Целительной силы», том 1, и часть о дыхании из второй книги в газете «Капля Ом». Более глубоких и обстоятельных работ я до этого времени не видел хотя читал и Поля Брега, и Галину Шаталову, и Надежду Семенову, и Юрия Андреева, и Герберта Шелтона и других. В ваших книгах синтезирован весь опыт этих авторов и множество других. Город Бис. Хочу поклониться вам за умные книги, написанные для людей. Такие книги мог написать очень много переживший человек с сильным характером, и огромной волей к жизни и знаниям с высоким интеллектом. Еще раз спасибо за ваш грандиозный труд. Город Ростов-на-Дону. Я представляю, сколько вложено интеллектуального труда, сколько терпения, нас и все это в наше тяжелое время. Вы создали популярную науку о человеке, его здоровом образе жизни. Город Старый Оскол с большим интересом прочитал ваши целительные силы. До этого я читал первое издание. Многое попробовал на себе. Это чистка организма перешел на раздельное питание и так далее эффект значительный полностью согласен с вами что это труд самый значительный в мире много прочитано на эту тему достаточно много литературы второе трезвомыслящие медики как и обычные люди высоко оценили серию книг целительные силы это подчеркивает тот факт что книга на достаточно научно. Город Северодонецк. Я врач-педиатр. Прочла вашу книгу «Целительные силы». Уринотерапия, от которой в большом восторге и очень хочу использовать ее как основу своей рабочей практики. Город Мариуполь. Если кратко, то до сих пор мне в руки не попадали фолианты, достойные большего внимания, чем ваш труд. Поверьте, это не просто слова. Я действительно по всем написанным вами. Фельдшер скорой медицинской помощи. Город Старый Оскол. Прочитала с большим интересом вашу книгу «Целительные силы» и приношу слова признательности и благодарности за ваш труд и написание традиционных методов лечения. Именно эти методы по-настоящему традиционные. В них столько мудрого. Применяя их лечебного эффекта добиваясь больше, чем нашими медицинскими. Я врач со стажем более 25 Лет. После того, как познакомилась с методиками очищения организма, мануальной терапии. Биоэнергетикой поняла, что применяя их, добиваешься значительно больших успехов в лечении больных. Лучшая профилактика очень многих заболеваний ⁇ это очистка организма. Поэтому ваши книги ⁇ это замечательное методическое пособие. Город Луганск ⁇ научно-исследовательский центр проблем адаптации и рекреации человека. Уважаемый коллега, нас приятно обрадовали ваши книги с серии «Целительные силы». Спасибо за этот труд. Мне как профессионалу было приятно видеть столь глубокое понимание медицины здоровья. Вашу серию можно назвать руководством для молодого специалиста по валеологии. Еще раз искренне благодарю. Третье. Радует то, что мои книги распространены по всему земному шару. Огорчает то, что и в высокоразвитых странах преобладает лечение, следствий, а не причин. Что в итоге только калечит человека. Ша, Город Бетфорд. Как видите, ваша Книга попала уже и в Америку. Мне 26 лет и полгода назад мне сделали операцию по удалению желчного пузыря. Теперь я понимаю, что это было ужасной ошибкой. Но здесь в Америке очень часто практикуют удаление желчного пузыря, не леча его. Деньги есть деньги. На операции можно больше заработать. Три недели после операции чувствовала себя прекрасно. Они тут разрешают кушать все и не сидеть на строгой диете. К слову, мне делали не такую операцию, как у нас. Мне сделали три прокола и вытащили его, как бы откусили. И вот через три недели у меня начались боли, которые не прекращаются и по сей день. Сколько я тут оббегала врачей. Они все меня посылали на рентген, но рентген ничего не показывает. Просветили все, что можно, но боли-то есть. Есть. Здесь у меня окончательно развелся миф о всемогущей американской медицине. Они тут без снимка диагноза поставить не могут. Израиль, город Тель-Авив. Я инвалид Великой Отечественной войны. Мне 70 лет. В 1990 году в июле. Перенес инсульт. Была парализована речь. Два месяца пролежал без движений дома и в больнице под наблюдением врачей. Самочувствие несколько улучшилось, и меня выписали домой. В 1991 году меня привезла в Израиль дочь в надежде, что израильская медицина сотворит чудо. Но надежды почти не оправдываются. Германия город Киль ваши книги, так как убеждаюсь в том, что они ценные и нужны. Я родилась и выросла в Казахстане прожила там 26 лет и уехала в Германию. У меня среднее медицинское образование, только начала работать по профессии. И что удивительно, чем я больше сталкиваюсь с врачами, болезнями, тем меньше верю в современную медицину. Целительные силы мне очень понравились своей доступностью, хотя мне еще многое тяжело понимать, как биосинтез, биоритмологию. Я ломаю голову, как мне вскипятить мочу, чтобы чтобы в квартире не было запаха. А пока иду маленькими шагами к очищению. В ваших книгах встречаю много знакомого из других книг. Но в этом прелесть, что вы собрали важное в своей книге и добавили свой опыт и опыт других. Четвертое. Осталась масса нерешенных вопросов, которые мне задают в письмах. Например, почему одним так быстро и сильно помогает уринотерапия, очищение питания, а другим людям нет. Исследуя подобные вопросы, я вошел в совершенно для себя новую область знания – психологию, учение о душе человека. И вот после изучения этого вопроса, мне стало ясным, почему же одним людям оздоровительный процесс дается легко и эффективно, а у других идет с натугой или совсем стоит на месте. Несмотря на скрупулезное выполнение всех предписаний, нужен совершенно иной уровень знаний, а не и другой подход к оздоровлению. Итак, приготовьтесь вместе с автором разбираться в этом нелегком вопросе. Но прежде чем закончить предисловие, позвольте привести стихи В. Григорьева, посвященные целительным силам. Слава Богу, что теперь предоставлена свобода ознакомиться нам с тем, как устроена природа. Аравийцы лет за 20 так продвинулись вперед, а вот нашим новым странам как-то в этом не везет. Выручать, наверное, будет то, что может знание дать. И надеюсь, книги ваши будут в этом помогать. Вам с Генешей благодарен за огромную работу. И, конечно, эти книги пользу дали бы народу. И отрадно сознавать, что не все всем безразлично. Не потеряна надежда, если много пишут лично. Вам успехов с Центром Духа разрешите пожелать, чтобы могли все атеисты вместо Библии читать. На мой взгляд, включить бы надо прокармический закон, так как он не так уж мало исцелением силен. Часть первая. Сознание человека и его роль в оздоровлении. Введение. В предыдущих трех книгах серии «Целительные силы» мы с вами разобрали ряд важных мероприятий, Учение об индивидуальной конституции человека и возрастных отличиях, биоритмологии, очищении организма, питании, биоэнергетику, биосинтез и уринотерапию, которую обязательно необходимо учитывать в собственном оздоровительном процессе. Кратенько повторим особенности этих мероприятий и их вклад в наше здоровье. Учение об индивидуальной конституции человека и возрастных отличиях позволяет целенаправленно использовать Весь арсенал оздоровительных мероприятий и средств конкретно для каждого человека с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей. Это позволяет достигать наивысшей эффективности в самооздоровлении, избегать ошибок и досадных недоразумений. Биоритмология эта наука позволяет нам действовать в согласии с природными процессами, что в итоге значительно увеличивает отдачу всех оздоровительных мероприятий. Если действовать не в попад с природными процессами, то это затрудняет оздоровительный процесс. А в некоторых случаях приводит к обратным результатам. Например, очищение ослабленной печени осенью может еще больше ее ослабить. Еда на ночь обязательно приведет к рассогласованию внутренней энергетики и зашлаковке организма непереваренными пищевыми продуктами. Очищение организма. Эта наука позволяет нам создать предварительные предпосылки для правильной работы всего организма. Наш организм постоянно обновляется и самовосстанавливается. Но накопившиеся шлаки препятствуют полноценному протеканию этих процессов. Например, за счет очищения толстого кишечника мы нормализуем кровь, восстанавливаем кислотно-щелочное равновесие. Как в полости толстого кишечника, так вообще в брюшной полости нормализуем микрофлору толстого кишечника, отсюда и иммунную защиту организма. Очищение печени приводит к нормализации кровообращения особенно венозного во всем организме. Восстанавливаются все виды обменов, белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, гормонов и так далее. Очищение почек позволяет восстанавливать кислотно-щелочное равновесие во всем организме, нормализовать водно-солевой обмен, очищение лобных и гайморовых пазух от жидкости и спрессованной слизи, позволяет восстановить функции головного мозга. И, наконец, такие виды очищение, как парная, голодание и тому подобное, позволяет очищать каждую клеточку от шлаков, а весь организм от старых, ослабленных клеток, клеток мутантов, восстанавливают иммунную систему, активизируют ферментативный аппарат. Только качественно проделав эту работу, мы можем ждать от организма нормальной, высокоэффективной работы. Питание. Наука питания человека позволяет правильно строить собственный организм максимально приспосабливая его к требованиям внешних условий нормализуя его жизненные принципы и психику биоэнергетика и биосинтез важный раздел об организме человека который позволяет активно влиять на процессы происходящие в клетках тканях организме в целом целенаправленно активируя и поддерживая их на высоком уровне. Уринотерапия. Эта наука позволяет самым эффективным образом с минимумом затрат проводить не только восстановление, но и укрепление, совершенствование организма, создавая внутриутробные условия, в которых физическое тело человека наиболее быстро и эффективно развивалось. Помимо вышеуказанного, разобрано множество других средств и факторов, влияющих на качество оздоровительного процесса. Но вышеуказано основное вообще принятой технологии оздоровление человеческого организма. То, что мы с вами разобрали, относится к физическому телу и для него справедливо. Но человек это не одно тело, а еще и полевая форма жизни, душа, в которой находится наше сознание, чувство, память, энергия, заставляющая тело двигаться и управляющая им. И оказывается, чтобы оздоравливать полевую форму жизни, а вместе с ней и весь организм, требуются совершенно другие знания нежели о физическом теле. Наука, которая изучает полевую форму жизни и процессы, происходящие в ней, называется психологией. В переводе с греческого означает душа плюс слово, то есть учение о душе человека. Сразу попрошу не путать современной психологией, которая охватывает лишь часть процессов, происходящих в полевой форме жизни. Мы же с вами будем пользоваться истинным древним вариантом. Это величайшие науки, матери всех наук. Но прежде чем приступать к изложению материала, который для многих неподготовленных читателей покажется слишком смелым, не мешало бы поговорить о творчестве вообще и научном творчестве в частности. Творчество ⁇ это сознание на основе того, что имеется, того, что еще не было. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем больше оригинал характеризуется творческий результат. Это классическое определение творчества. Бонифати Михайлович Кедров говорил, что для совершения научного открытия нужны такие качества ученого, как решимость, чтобы не останавливаться на полпути, смелость мысли, чтобы видеть дальше и лучше своих предшественников, мужество, чтобы пойти против течения и сломать в веру большинства. Кто такой Кедров? Кедров Бонифатий Михайлович, философ, химик, историк науки, академик. Основные труды по материалистической диалектике, философским вопросам естествознания, науковедению, классификации наук. Вернадский указывает на условия, необходимые для продуктивного творчества. Проводить детальный анализ, видеть за частным общим, не ограничиваться описанием явлений, а глубоко исследовать его сущность и связь с другими явлениями, не избегать вопроса почему, прослеживать историю идей, собирать как можно больше сведений о предмете исследования из литературных источников, преимущественно научных, обращаться к оригиналам, изучать общие закономерности научного познания, думать о том, как думают, связывать науку с другими а областями знания, с общественной жизнью. Не только ставить проблемы, но и находить новые нерешенные. Кто такой Вернадский Владимир Иванович? Это ученый, основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель научной школы, академик, автор трудов по философии естествознания, науковедению. И если теперь обратиться к современным специалистам по проблемам Творчество. то они высказывают следующее. Чем труднее творческая задача, тем больше вариантов приходится перерабатывать, чтобы найти правильное решение. Вся сложность в том состоит, что для выбора наиболее сильного решения нужно иметь среди рассматриваемых идей как можно больше смелых, оригинальных и неожиданных. Современная теория решения творческих задач включает в себя пять этапов задач первая задача первого уровня решается применением средств прямо назначенных для данной цели средства решения находятся в пределах одной узкой специальности специализации. Второе. Задачи второго уровня требуют наибольшего вида изменения объекта для того, чтобы получить необходимый эффект. Средства решения такого рода задач относятся к одной области техники. Третье. Задачи третьего уровня относится к тому, что совершенствуемый объект должен быть серьезно изменен. Прием решения задач этого уровня приходится искать в других отраслях техники и науки. Четвертое. При решении задач четвертого уровня совершенствуемый объект меняется Полностью. Поиск решений ведется, как правило, уже в сфере науки, среди редко применяемых физических и химических эффектов и явлений. Пятое. На пятом уровне решения задач достигается изменение всей технологической системы. Средства решений могут оказываться за пределами сегодняшнего дня науки. Поэтому сначала нужно сделать открытие, а потом, опираясь на новые научные данные, решение решать изобретательскую задачу. Одним из главных приемов решения творческих задач является перевод их с пятого уровня на первый. Другими словами, важно научиться сужать поисковое поле, превращая трудную задачу в легкую. Как правило, при решении задач третьего, четвертого и особенно пятого уровня необходимы знания, выходящие за пределы специальности изобретателя. Весь производственный опыт навязывает бесплодные пробы в привычном направлении. В качестве решения творческой задачи приведу собственный случай. Лично передо мной стояла задача восстановить утраченное здоровье. В самом начале я обратился к специалистам медицины, имеющим в этом производственный опыт. В 20 лет мне был удален аппендицит, а в 23 гланды. В результате такого общения с медициной у меня появился собственный опыт. Опыт, который говорил о том, что медицинское вмешательство в острых неотложных случаях, когда придавил аппендицит, полностью сгнили гланды, крайне необходимая мера, позволяющая сберечь жизнь. Однако, возникающие осложнения после оперативных вмешательств, геморрой после аппендицита, хроническая заложенность носа и потеря обоняния после удаления гланд, а также длительное безрезультативное лечение указанных осложнений, Указали на то, что медицина сегодняшнего дня бессильно вернуть утраченное здоровье. На больше, чем подремонтировать, она не способна. В итоге у меня сложилось твердое убеждение, что человека можно вернуть к жизни с помощью современных медицинских средств, например, вывести из клинической смерти, но восстановить здоровье в полном объеме эти средства бессильны. Нужен совершенно другой подход к проблеме оздоровления человеческого организма, который должен опираться на наисовременнейшие научные разработки и открытия. Наисовременнейшие научные открытия и исследования указывают, что существуют две формы жизни. Одна в виде поля, а другая в виде белка, белково-нуклеиновая форма или просто физическое тело. В человеческом организме эти две формы взаимно сочетаются но при этом полевая форма жизни руководит построением и управлением физического тела. В упрощенном виде этот симпиоз двух жизней можно представить в виде информационно-энергетического образования, которое не видно, но легко фиксируется современными приборами и физического тела, которое пропитано этим образованием и приводит его в движение и так далее. Когда человек теряет сознание, что означает выход из физического физического тела полевой формы жизни, тело падает и ничего не чувствует. Надеюсь, вы поняли разницу и связь этих форм жизни. Давайте теперь разберем, из чего состоит полевая форма жизни, лежащая в основе человеческого существа. Человеческий организм занимает определенный объем в пространстве. В этом пространстве протекают присущие этому объему временные процессы, которые выражают в виде определенного движения вращательно-колебательного и циркуляторного. Далее это пространство насыщено разного рода энергиями и излучениями световой, электромагнитной, гравитационной, тепловой, лептонами, это мельчайшие частицы, и многим другим. А теперь более подробно о Каждой составляющей полевую форму жизни человека. Первое пространство, которое занимает человеческий организм, в конце концов, представляет собой вакуум. С позиции взглядов современных физиков вакуум представляет собой невообразимо плотную, сверхтекучую энерго и материя, образующую субстанцию. Когда в нем возникает напряжение или возбуждение, вакуум на это отвечает выбрасывая. Квантом. Под квантами понимается основная единица материи или энергии. В 10 миллионов-100 миллионов раз меньше, чем мельчайший атом. На этом уровне материя и энергия становятся взаимозаменяемыми. Второе время появляется в каждом отдельном объеме пространства и характеризует две главных особенности: а. Срок жизни этого объема и Б. scores и ритм протекания энергетических процессов в этом объеме. Таким образом, в каждом отдельном объеме пространства время течет по-разному. Во Вселенной время течет очень медленно. В галактиках быстрее, в солнечных системах еще быстрее. Не одновременно время течет и у каждого человека. Третий лептонный газ, заполняющий пространство внутри вокруг человека, образуя яйцеобразную оболочку защиту, то есть ауру, а также выполняет ряд других важных функций. Четвертое. Движение в виде вращательно-колебательного и циркуляторного происходит в каждом объеме пространства. При этом оно зависит от величины объема, формы пространства и количества времени, которое поддерживает движение в стабильной форме. Время для движения является пружиной, поддерживающей ход стрелок в часах. Пятое. Световая энергия присутствует в человеческом организме, выполняет две основные функции. А. Создает голографическое тело, своеобразный шаблон, в который встраивается физическое тело, и Б лежит в основе органов человеческого организма, окрашивая их в различные цвета. Каждому органу присущ свой цвет, который определяет его специфическую активность. Шестое. Гравитационная энергия позволяет держаться веществу в объеме голографического тела. Благодаря этой энергии все частицы организма притягиваются и удерживаются. Если бы не было этой энергии, то наше тело распалось уже на атомарно-молекулярном. Уровнем. Седьмое. Электромагнитная энергия противостоит гравитационной. Если бы была только гравитационная энергия, то она сжала бы все ткани, клеточные структуры, плотные образования. Именно так происходит созревание студня. Из массы, содержащей 99% воды, он превращается в в корочку ксерогеля, а человеческое тело в мумию, и ни о каких правлениях жизни не могло быть и речи. Благодаря электромагнитной энергии мицеллы клеток имеют заряд и держат вокруг себя воду, противодействуя сжимающей и высушивающей силе гравитации. Восьмое. Тепловая энергия создает необходимые условия для работы ферментов всего организма. Повышение или понижение температуры тела сказывается на скорости ферментативных реакций и их активности. Любая патология, возникающая в организме человека в подавляющем большинстве случаев, образуется в полевой форме жизни. В результате этого происходит подавление и искажение вышеописанных составляющих полевой формы жизни. Например, когда человек набирает избыточный вес, это приводит к увеличению пространства, занимаемого человеком организмом и искажение его объема то есть первоначальной фигуры человека в результате этого в организме понижаются Циркуляторные процессы, снижается активность перистальтики, возникают застойные области, человек зябнет, снижается активность ферментов, что приводит к снижению иммунитета, пищеварение, уменьшается умственная активность. Расстройство в движении в основном зависит от того, как меняется пространство, то есть фигура и время нашего организма. Когда с возрастом уменьшается энергия времени, то есть пружина жизни, давит слабее. Процессы циркуляции и движения различного рода в организме человека затухают. Посмотрите на стариков, и вам это станет ясным. У них деформированы пространство, то есть фигура, отжатие, сильно замедлилась скорость передвижения и так далее. Расстройство в энергии светового характера приводит к тому, что хуже работает какой-либо орган, функция организма переизбыток световой энергии, долгое нахождение человека под прямыми лучами солнца, приводит к рассогласованию внутренних процессов. Можете посмотреть рисунки. На этом рисунке изображены составляющие человеческого существа, пространственно-временное поле, колебательно-вращательное, голографическое и так далее. Очень интересный занятный рисунок. Расстройство в сфере гравитационной энергии приводит к тому, что тело черствеет, возникает ка е тугоподвижность суставов, возникают различные отложения твердых веществ в камне, в желчном пузыре, в почках и мочевом пузыре, появляются водянки разного рода. Расстройство электромагнитной энергии в организме приводит к подобным расстройствам, что и у гравитационной. Организм либо плохо держит воду, либо появляется излишек жидкости, снижаются все энергетические процессы в организме, ибо физическое тело работает на электронах все живые клетки получают биологически полезную энергию за счет ферментативных реакций в ходе которых электроны переходят с одного энергетического уровня на другой посмотрите электронный каскад в биологии. И, наконец, тепловая энергия, а также pH внутренней среды организма, позволяет поддерживать в организме наиболее благоприятные условия для осуществления ферментативных реакций и поддержания ткани организма в оптимальных условиях. Разогрев увеличивает эластичность мышц и связок. Холод наоборот, увеличивает вязкость жидкостных сред клеток крови и так далее. Потеря теплоты в старости приведет к мерзлости, немощности и тому подобное. Если теперь с этих позиций рассматривают любой деструктивный процесс в организме человека, язвы, опухоли, деградация тканей и так далее, то это указывает на то, что в энергетических полях образовались раковины, искажения, в которых и происходит развитие патологии на уровне уже физического тела. К сожалению, современная медицина только начинает осознавать это. Отсюда подход к лечению физического тела бесперспективен. В этом ее слабость. А вот медицина древних, аюрведа, джудши в первую очередь учитывали полевую форму жизни человеческого организма и все лечение сконцентрировано на ней. Если теперь жизненные принципы так называемые доши. Доши означает выпады из вакуума. Итак, значит, жизненные принципы слизь, желчь и ветер перевести на выше разобранные поля и энергии, то окажется, что жизненный принцип слизи лучше всего соотносится со временем и гравитацией, желчи с световой, электромагнитной и тепловой энергиями. Принципы – это одна и та же энергия, но с различной длиной волны. Ветер с пространством и движением. После того, как в фундаментальной науке были сделаны открытия вакуума, квантом, изучены свойства полей, то есть решен пятый уровень задач, появилась теоретическая основа для старейшей медицины аюрведы. Аюрведа означает учение о жизни человека. И неудивительно, что после Индии и Тибета ее стали практиковать в наиболее технократической стране Ша. более детальное изучение электромагнетизма, лазеров и тому подобное, то есть решение четвертого уровня задач привело к новым видам лечения лазеротерапии, применению магнитов, электронных пушек и тому подобное в дальнейшем совершенствовалась лист техническая сторона решался третий уровень задач например как удобнее подать световую энергию или применять магнитотерапию другими словами решались задачи второго и первого уровня как видите уважаемые читатель подобные способы лечения на самом деле совершенно научно-техническом уровне однобоки и не захватывает всего объема полевых структур, что опять-таки приводит к однобокости и малоэффективности лечения. Необходим такой подход, который охватывал все полевые структуры и физическое тело и, конечно, был бы доступен для самостоятельного применения. Знание того, что полевая форма жизни наиболее сродна, с водой и записывают информацию о полевых структурах на ней, привела к тому, что можно использовать жидкостные среды нашего организма, особенно те, что прошли через него для их же коррекции. Наша урина оказалась специфической жидкостью, насыщенной всеми полями полевой формы жизни, причем обладающей строго нашими параметрами. У каждого человека характеристики полей 100 собственные, не похожие на других людей. Если же дополнительно сжать заключенные в ней поля, то мы получим уникальное средство, которое позволило нам не только латать раковины и пустоты, лечить язвы, деструктурные процессы, опухоли, но и увеличивать потенциал всей полевой формы жизни. И оказалось, что такое сжатие достигается простым упариванием, кипячением до 1 четвертой первоначального объема. Для тугодумов берется 400 граммов урины и кипятится до тех пор, пока не останется 100. Работа по упариванию урины. Натирая упаренное уриное тело, мы тем самым производим облучение собственного организма концентрированной полевой энергией. А применяя в виде компрессов, латаем раковины. Голодание в свете выше изложенного есть пассивный метод восстановления полевых структур. Когда прекращается прием пищи, то ранее тратившаяся энергия полевых структур на ассимиляцию чужеродных полей пищи теперь накапливается, укрепляет саму себя и заполняет раковины пустоты и выравнивает искажения. В итоге все это выражается в рассасывании опухолей, излечении неязв, восстановление функций органов и всего организма в целом. Проявляется как бы эффект омоложения. Сочетание голодания и уринотерапии представляют собой два естественных и наиболее сильных метода по восстановлению полевой формы жизни, которые, слаживаясь, увеличивают восстановительный эффект в еще большей степени. Как показывает практика Армстронга, Вайтовича, моя собственная и опыт многих других людей, это действительно так. Лично я теперь использую только этот метод профилактической очистки и восстановления полевых структур 3-4 раза в год, голодая с уринотерапией в дни постов. Таким образом, я как автор данной серии целительных сил ничего нового не открыл. Все уже было до меня. И голодание, и уринотерапия. Я творчески подошел собственному оздоровлению и описал этот процесс. Согласно Кедрову, я решительно пошел против течения и не просто сломал веру большинства, но и обосновал оздоровительный процесс с научной точки зрения. Согласно Вернадскому, я проводил детальный анализ, видел за частным общее, глубоко исследовал сущность и связь с другими явлениями и так далее. А главное, связал науку с общественной жизнью, найдя Простое и эффективное оздоровление организма для каждого человека. Я спустил задачу оздоровления с пятого уровня на самый... Первый. И вот теперь я подошел к решению новой задачи, что лежит в основе полевой формы жизни, как, собственно, образуются эти поля, как и чем они управляются, как влияют на физическое тело, то есть не избегаю вопроса, почему. Средства для решения этой задачи лежат на пятом уровне решения творческих задач, выходя за пределы сегодняшней науки, но прослеживая историю вопроса и работая с литературными источниками, я увидел, увидел общую закономерность и решение этой задачи. Итак, будем возрождать старую науку о душе человека.